Здравствуйте, дорогие женщины! Это видео для тех, кто хочет жить в гармонии с собой, со своим телом, эмоциями, чувствами, кто хочет просыпаться с утра и радоваться тому, что за окном солнце или даже дождь, холодно или тепло, зима или лето, кто хочет просыпаться и чувствовать вкус, запах согревающего ароматного кофе, смотреть в глаза любимому мужчине рядом и чувствовать его любовь и поддержку, реализовывать свои таланты и свою энергию в своем предназначении, наслаждаться от этого, получать изобилие, легкость и радость. У каждого из нас присутствуют разные части, из которых мы живем и проявляемся. Внутренние дети, внутренний мужчина и женщина, внутренние родители. Эти части провоцируют в нас определенные проявления, черты характера, энергии, наш вкус, наши эмоции. А также эти проявления энергии влияют на наш гормональный фон, так как каждой энергии, каждому состоянию, родитель, мужчина или женщина, ребенок внутри нас, соответствует активация определенных гормонов. Это влияет на наше состояние, на наш внешний вид, на наши отношения с мужчинами, как ты проявляешься с ними, из мужчины или из женщины, а может быть, из маленькой девочки, а может быть, из мамы или папы, как родитель. И я предлагаю 20 октября на своем открытом эфире поговорить как раз-таки об этих наших проявлениях, о внутреннем мужчине и внутреннем женщине, исследовать, в каком они у нас сейчас состоянии, как они взаимодействуют между собой. Ведь именно из того, что происходит у нас внутри, создается вся наша внешняя жизнь. Невозможно просто знать, как строить отношения с мужчиной. Важно, чтобы твой внутренний мужчина и твоя внутренняя женщина были в любящих, сбалансированных отношениях между собой. Если ты хочешь настроить свои отношения, или если ты хочешь привлечь в свою жизнь мужчину, тогда нужно начинать из сонастроек этих гормонов и энергий и состояний внутри тебя. Мы исследуем в открытом вебинаре все эти части тебя, а также осознаем, поймем, как же с ними взаимодействовать, как зажить той жизнью, когда женщина просыпается и радуется тому, что она женщина и тому, что она жива. Приходи 20 октября. С любовью и светом, твоя Татьяна Дорофеева.